Так, можем посмотреть. Вот пороги, как бы уже ни о чем. Мы сейчас их аккуратненько поменяем по верхний буртик. Внутрянка там нормальная. Вот я купил уже новый порог. Обрежу, приложу, отчерчу и вварю его сюда. Погнали. Самое главное в этом всем заключается в том, чтобы подогнать как можно плотнее, стык в стык, желательно, сам порог. Дальше уже дело техники, то есть варить это не так сложно, как все это подогнать. Вот можно видеть, что здесь у меня сам сверху порог живой, нормальный. А вот как бы низ желает лучшего. Поэтому будем его менять, так как есть у меня свободное время сейчас немножко. Пара-тройка часов. Вот я отчертил по линеечку. Мне выше сюда не нужно залазить. И теперь отрезаем. Вот здесь я отрежу вот так чуть-чуть, чтобы крыло не снимать. Ну а теперь погнали отрезать. Обклеил я скотчем бронированным, чтобы когда буду резать, варить, как бы двери у меня же не красятся, чтобы их сохранить. Ну вообще посмотрю, возможно еще буду их тоже красить, это будет еще видно. Главное сейчас в любом случае их обезопасить от сварки, болгарки и так дальше. Вот так вот. Потому что малярный скотч как бы, ну, он послабее будет. Все, теперь режем, срубаем его, срезаем, высверливаем. В общем, вот такая вот ситуация.